Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Соль и Святилище. Так, мы, короче, я прокачал мечик себе. Нам нужно сейчас немножко сходить нафармить душ. И стоит ли мне туда идти? Меч я жестко прокачал. Я не думаю, что теперь будут выживать у меня противники, хотя блоки у них сильные. Вы сами видите. Ой-ой-ой. Ух. Да, это жестко. Это жестко. Так, хорошо, у меня, получается, хватает душ на что? Блин, так я не буду прыгать туда. Надоел. Хочешь, чтобы я прыгал вниз? Зачем? Порой полезно вернуться в начало пути. Он имеет в виду катакомбы. Здесь я, по сути, не пройду никак. Так, так. Внизу огр. То есть, туда, как бы, тоже смысла такого идти нету. Потому что вниз мне не спуститься, а только на лифте. То есть, что у нас выходит? У нас путь всего лишь один. Но сначала я прокачаю свой легкий меч. Чтобы он тоже какой-то хоть дамаг, но наносил. А-а-а. Здесь он теперь тоже тяжело перекатывается из-за меча. Когда мне меч не подходил, он перекатывался херово. Я все равно не понимаю. Сюда вот. Вот, хорошо, допустим, я полез сюда, да? То, по сути, я здесь должен найти был. А нет, там что горит. Я не понимаю, где. А, стоять. Здесь тоже. Здесь тоже нужна эта херь. Да, перекаты, конечно. Бывало и лучше. Так, ладно. Кузнец. Улучшай мне, давай, короче, меч. Ой, я могу броню еще улучшать. А, ну она тоже, знаете, тратит все. Ладно, тебя, поехали. Да. Молодец. Шапка-ушанка. Это мое все. Давай все, до свидос. Будь наемник. Давай, я хочу тебя купить. Давай, я хочу тебя нанять. У меня есть деньги, блять, 6 кусков. Ты что, ебанутый? Уйти. Все, иди в сраку. Мы можем вернуться назад, в самое начало. А в принципе, мне туда и надо. Потому что только оттуда мы сможем спуститься в город, который мне нужен. Стоять, а как я так быстро сюда перешел? А знаете что? А не суть. А не суть. Мне нужно оружие получше искать. Вот что суть. Это единственная суть, которая мне сейчас нужна. Не допулял. Так, поехали. Сделать подношение. Наемник это хер, лидер. Проводник. Проводников нужно ставить. А, бля. Ладно. С тобой еще не говорил, да? Здравствуй. Так, прославив ли ты имя Девары? Зло отсутствует перед светом доверия. Докажи нам, что ты достоин быть ее мечом. Так, я не понял. Что это за хрень? Что это значит? Ой, иди в сраку, знаешь что? Все, давай, поехали. Перемещаться. Куда с вами отправимся?
Это фиговая идея. Хотя... Ой. Допустим, я хочу сюда... Дать клятву, но смысл. Я хочу... Тогда я буду, понимаете, вот... Трое, дать клятву. Две дерева. Так, перестанет... Короче, я тогда не смогу там ничего делать. Поэтому это херня. Это все херня. Поэтому возвращаемся обратно. Тварь встала. Так, дух. Оу, он на дальнюю атаку. Так, монетки. Ну хотя бы день я могу телепортироваться. Это уже хорошо. Ну хотя бы в некоторых местах. Минус. Минус. Я запомнил. Минус, минус. Ох, меч рассекает. Щит мне нужен против врагов, которые защищаются. Что, погнали? Теперь наш путь сюда держит. Блять. Королева улыбок. Queen of Smile. Ой-ой. Знаешь что? Ты меня немного не радуешь. Вот сучка. 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 Ай-яй-яй-яй. Тихо, пьем, пьем, пьем. Пьем за любовь. На! Ух. Что-то у нее пошло не по плану. Что-то пошло у нее не по плану. Дурочка. Здесь я понимаю, что я делаю. Трупы лежат и встают. О, стоять! Это сокращение шпути, да? Найс. Найс, найс, найс. Так, это где я сейчас буду? Отлично! Просто великолепно. Мы убили еще одного босса. Смайл деву. Так, повысить уровень. На единицу, да, только могу повысить. Пипец, там уже душ нужно. Так, древо навыков. Поехали. Мечи я прокачал. Мне, блин... Мечи нужно вкачивать. И побуду и в силу идти, и в мечи нужно идти. Так, ласа, что это? Тляр для фиалов. Так, еще на единицу что-то могу вкачать. Не, ради зелий можно, в принципе, знаете, попрокачивать молнии. Я уже 22 уровень, жесть. Мечи. Я не вижу, что мечи хорошие идут. Мечи хороших нет. Ладно, 3 штуки нужно будет готовить.
Хилки здесь отвратные. Мои хотя бы быстро хилили. Ладно, здесь хотя бы уже... Ох, хоть не задамажился. Так, стоять, тут проход. Так, знаете, что я так подумал? Я просто скелетиков внизу вижу. Нафиг, вот это мне место сейчас со скелетами драться. Я лучше пойду там, где посветлее. Лучше пойти там, где посветлее. А чего это двери? Так, блэд. Что это за место? Так. Прикольно. Так, повышает скорость атаки. Повышает силу атаки. Знаете, я лучше силу возьму. А вот со светильником плохо. И вопрос, как мне теперь отсюда выбираться? О, хорошо. Отлично. О, я думал, я, честно, мне придется падать умирать. Но я не могу их использовать, как бы, да? Как бы, да. И не допрыгнуть. Пускай с меня я умираю. Бля, я хочу носить две их, понимаете? Не хочу только с фонарем ходить. Хотя фонарь можно снимать, в принципе, в этих... светлых помещениях. Что-то я тупанул. Ладно, пойдемте дальше, посмотрим, что здесь есть. Я понимаю, что вот этот... А без него вообще темнота. О-о-о. Эгей, путник! Вот это встреча! Зови меня, Фер. Я прячусь здесь уже какое-то время. Ты не находил маленькие мешочки земли? Я его потеряла. Так, нет, жаль. Боевой урок. Так, хорошо. Что у нас выходит? Что это вообще за место? И точно, нужно бестиарий чекнуть. Так, стопэк. Голубские? Голубские. Такс. Что ты делаешь? Так. Подуйте в рух, чтобы быстро восстановить энергию. И 4. Зачем тогда покупал? Так. Волшебный колокол веры и преданности. Символ вызывает к богам и духам. Позволяет мне... Так, позвоните в него, чтобы вернуться... Ну, да, это все помню. Так, бестиарий, поехали. Да, в дальнейшем нам придется запоминать врагов. За что так бесконечно листать, тоже как бы херово. Королева улыбок. Дух жестокой королевы Линевы, любившей украшать стены замка гротескно, улыбающимся трупами своих жертв. При жизни она владела легендарным мечом власти, а став нежитью, получила власть над еще 1000 клинков. Так, гигантский размер. Так это было. А что с него выпало мне? Янтарная статуэтка. Статуэтка. Так, ты был безумный алхимик. Когда-то это здание было
Руспишем, великим первым алхимиком из Надобий. Ныне же это лишь безумная кровожадная тень его былого величия. Он меня грохнул 5 раз. А та вообще какая-то легкая. Легкая. Вот единственный вот. Ясненько. Так. Допустим. Пойдем ниже. Что это за пещеры? Решили умолчать. Хорошо, допустим, я вернусь обратно. Мне как раз душ хватит на еще одну прокачку. Рыцарей больше нету. Так, ну я куда-то пролезть могу. Так, там кто-то есть? Нету, свет наружу. Так, давайте я посмотрю, что здесь. Так. Меняем оружие. Им я более прыгуч. Ага, там нужно вообще прыжок хер знает сколько. Но-но-но-но-но. Это можно все сделать. Это все делается очень просто. Так, талисманчик. Так, ладно, одену. У меня костюм повара? Чего? Да, костюм повара. Так, я, кажется, что-то еще получил. Подвеску какую-то. Так, повышает дальность атаки. Но на меч это охерительно будет. Охерительная тема. Ну, увы. А если на него скорость одеть? На самом деле незначительно увеличить, лучше пускай сила будет. Что? Зараза, словил меня все-таки. 10 дамага. Ваншоты. Ваншоты, это всегда хорошо. Секира. Так, мне хватает на прокачку, ребят. Думай, думай, думай. Нет, туда лучше не идти. Я уже с этой стороны прошелся. Так, а как мне забраться? Я помню, я забирался как-то. Это опасное дело прыгать. Я могу там грохнуться. Ладно, давайте тогда я вернусь обратно. Вернемся обратно. Вот, 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 вот. Это вообще другое место. Я здесь еще не был. Так, врагов выносит быстро. Так, замерзшая кукла. Поэтому, что мы делаем? Мы делаем вот что. Мы выбираемся отсюда.
Понятное дело, что мы этих всех ваншотим. Тех. Ох. Ох. Ой-ой-ой, кажется, он не услышал. До свидос, чел. До свидания. До свидания. Так. Мне дали то, что мне нужно из вещей. Тихо. Три тысячи. Здесь без вариантов. Я иду за душами. Без вариантов. Гайс. Души, вы что, гоните? 3000. Это две прокачки. Две прокачки — это много. Две прокачки. Ладно, я понимаю, там одна. Одну я еще понимаю. Но две. Извольте. Уж извольте. Ужас. Ну, короче, в этой оболочке им наносится минимальный урон. Сорян, без вариантов. Просто я больше не буду прыгать и бить. Опасных таких. О, а там дом. А там дом. Народ, а там дом. Ребята, там домик. Меня золото больше забирает. Да, спасибо вам. Давай. Побежали, побежали. Ладно. А я быстрее все равно не стану. Давай, короче, тебя оставлю, нахер ты мне нужен. Только время терять. Ну нате, нате. Уговорили. Давай ко мне. Молодец. Кажется, он за мной... Только дай я просру эти свои души. Я тебя прикончу. Да, десятку отнимаю на изи. Эх. Да, похожая игра на Dark Souls, в принципе. Души. Готов. Так. Вот что мы делаем. Первое, я даю сюда все души. Повышаю уровень, насколько могу. Ох, как раз на два уровня. Сейчас будем прыгать вниз. Так, древе навыков. Меча. Два. Ручник. Я двуручник. Хотя играть только со щитом. Падаем.
И понимаю, что это была идеальная идея. Почему? Это было глупо. Хотя, блин, нужно было к этому сходить, к купцу. Эй, ладно, посрать. Делаем вот. Так, ладно, готов. Ухо. Чудище. Сейчас будем тогда как-то спускаться. Только на этот раз без... Осторожно спускаться. Только нужно попнуть... Прыгуны херовы. Так... Отлично. Так, походу мне придется немного снять одежду. Так, одеваем одежду. Теперь вопрос, что это за место? Затопленная крепость. Лёгу сейчас. Как мне сюда нужно было попасть? Великолепно. Ух, отлично. Просто великолепно. Теперь я знаю, куда буду держать свой следующий путь. Так, короче, без брони, как я понял, я выше прыгаю. Или нет? Ну, на доске, ладно, я уже понял, как прыгать. Такой... Тихо. Ос. Минус, минус. Я же от алхимика настрадался. Так, где вы в сраку? Тогда что мы сейчас делаем? Не плевать на его атаки. Вы не их понимаете, дело в том, что херовая сама магия. Замансил гамнюк. Гамнюк замансил. Короче, как-то так, как вы поняли. Отвалите вы от меня. Я все равно не подохну. Потому что огромилу я здесь. А, да, я его убил, все. Тогда все нормально. Так. Спустимся вниз. Подавился воздухом. Тут это, в принципе, только нужно было за громилу, чтобы он нас оттуда вытолкнул. Короче, вы видели. Ладно, давайте тогда остановимся здесь. Так, узелок. По следующей прокачке, я думаю, заюзаю. Отлично. Повысить уровень. Апаю. Давайте повышаем уровень. Не, древо.
Так, дальше, дальше, дальше. Блин, в принципе, до меча. Я лучше ради колбочки бы это сделал. Щиты. Хотя у меня щиты. Я один и тот же щит нашел. Ладно, давайте я, короче, прокачаю силу. И давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.